Друзья, всем привет! Всегда интересно было мне узнать, что же находится вот в этих вот сюрпризиках новых сейчас. Продаются они в Бигимаге, в магазинах, может быть, еще где-то. Знаю точно, они продаются на сайтах Беру, потом на Сбермаркете, ну, то есть в Метро продаются. А, вот такие вот яйца. Тут внутри должно быть сахарное драже со вкусом клубники плюс сюрприз. Так, вот такое вот тоже. Кстати, картинки, ну, у каждого вида яйца одинаковые. Так, вот такие двоичка. Вот, тоже одинаково видно, да? Яйцо-сюрприз. Ну, здесь, видимо, внутри шоколад. Так, вот такое вот большое яйцо. Здесь внутри печенье с кремом. И модный браслет внутри. Мы как-то уже покупали такую одну. Неплохие браслетики, их можно носить. Вот такое яйцо стоит 249 рублей. Большое, по сравнению с этими. Вот такое стоит 159. И вот такое яйцо, по-моему, стоит 79. Вот такое яйцо стоит 79 рублей. Потом есть еще мармелад в упаковочке. Там, видимо, фруктовое. Что тут? В виде фруктика, скорее всего. Вкус клубника, ананас. Упаковки все такие приятные и красивые. Да, в форме сердечек. И вот такая вот коробочка. Печеньки. Вкусное лакомство. Тоже какой-то сюрприз внутри. Короче, попробуем сначала открыть вот эту коробочку. Мы ее никогда не брали. Самим интересно. Так, еще мы скотчи. Что внутри? Есть вкладыш. Что в этом вкладыше? Мне даже кажется, что эта фирма как будто заключила с Россией какой-то договор на выпуск вот этих вот вкусняшек. Я, конечно, не знаю, как они по качеству вкусные, но что это такое? Что это внутри у нас будет? Какая-то интересная штучка. Сейчас посмотрим. Здесь. Боже мой, ну естественно, это я делать не буду, но знаете, неплохой сюрпризик. Надо же, первый раз такое вижу. Большая упаковка. Посмотрите, вот это яйцо большое и упаковка с резиночками. Такого же размера, даже, по-моему, больше. Ну, резиночек. Резиночек очень много. Большие. И там чувствуется, есть вот этот крючок, который, да, и вот такие вот петельки. Короче, можно плести. И тут плести, не переплести. Много, наверное, можно браслетов плести, но это для любителей. Я думаю, детям бы это понравилось. Так, сами грибочки. Сейчас мы их попробуем открыть. Они, кстати, мягкие и хорошо жуются. И вы знаете, на вкус не химозные, очень даже вкусные. Прикольные. Мне нравится. Дальше. Давайте откроем вот это большое яйцо. У нас здесь как-то попадался такой красивый, что-то наподобие резинового пластмассового браслета с самой иголкой. Было красиво. Здесь надо умудриться. Открыть. Если сильно надавить на яйцо, то все выпадает. Вот оно яйцо. Можно даже использовать как тапочки для чего-нибудь. А, тут есть, видите, какая половинка с чем-то. Что там должно быть-то? Какие-то печеньки? Да, печенье с кремом. Кстати, картинка неплохая. Здесь должна быть печеньюшка с кремом. Я могу сказать, что просто там вот цепляется. Сами понимаете, да? Может быть, оно все растаяло где-то? Не Kinder Surprise. Ну, по вкусу оно было ничего. Здесь просто шоколадная паста. И неплохие печеньки. Вот этой ложечкой я так вообще понимаю, лучше не есть. Какая, ну, опасная ложка. Зачем вот это придумали? Я не знаю, для кого это придумали. Подавиться. Так, есть вкладыш. Ну, точно не для детей это придумали. Вкладыш. Вот какие есть разновидности браслетов. Ага. Интересно. Вау. Кстати, красивый браслет у нас был уже вот такой. А, странно, что... Да, кстати, в том яйце у нас также попался вот этот вкладыш. А, и на нем... Вот этот браслет у нас попался, у нас дома есть такой браслет, но его здесь не было. Так же, как и этот браслет, его тоже нет. Браслет неплохо сделан. Все такое четкое, прикольное. Застегивается, он такой синенький. Опс. И делаешь длину, какую хочешь. Здоровский. Мне кажется, красиво. Налез на большую руку, на большая очень рука. Так что вот. Девочкам, думаю, очень понравится. Очень. Прикольно. Вот у нас есть такой очень красивый, яркий. Вообще они как-то молодцы, хорошо сделали. Так, значит, здесь у нас вот этот браслет. Дальше откроем, давайте, вот эти яйца. Где их лучше открыть? Тоже, наверное, лучше применить. Надрезали, просто мне неохота портить.
лак. Здесь такие же браслеты. А, здесь еще наклейки. Посмотрите, какие интересные, красивые. Вау, классно. Наклейки, кстати, очень такие. Вау, прям можно даже не знать, что отклеить. Холодильник жалко. Вот такие вот конфетки. Я знаю, дети их любят. Кстати, чего ни одного цвета? Может быть, в другом лице есть другие? Есть такой вот вкладыш. Такой же, как и вот этот вот из большого яйца. Они совершенно похожи. Ну да, только цвет разный. Угу. Да, прикольно, прикольно. А браслетик у нас попался. Вот какой. Тоже здоровский. Но вот в этом, в большом яйце, браслетик такой ровный, качественный, кажется. Не погнутый. А здесь браслетик погнулся, потому что яичко маленькое. Ну, я думаю, все это выпрямится. Как-то он здесь липнет, непонятно почему. Ну, такой браслет. Красивый. Так, наклеечки, конфетки. Дальше второе. Открываем. Если на лица не подцепить, то открывается очень хорошо. О, у нас уже есть такой браслет. Угу. Наклейки такие же, в точности. Конфеты такие же. Могли бы сделать зелененький какие-нибудь. Браслет такой же, как в большом яйце. Вот у нас есть такой же. Мы его подарим. Подарим своей маленькой подружке. Так, вот этот вкладыш тоже такой же. Интересно, что в этих яйцах? Ну, эти яйца не надо резать. Они должны легко вскрываться. Так. Сейчас возьму вот эту большую коробочку, чтобы сюда. Шоколад. Ой. Шоколад какой-то. Ну, пахнет он не как киндер, это точно. Тут колечки. Блин, прикольно. Слушайте, колечки так, кстати, здорово сделаны. Вау. Здоровские. Колечко мне, правда, смотрите, не на что его. Ми-ми-ми-ми. Одеть? У меня таких пальцев маленьких нет. Но кольца очень красивые. Оно такое, знаете, объемное. Прикольно. Думаю, девочкам тоже бы понравилось. Вкладыш. Так, смотрим вкладыш. Угу. Ну, есть разновидности, да? Плохо видно. Угу. Сейчас посмотрим, что у нас в другом яйце попалось. Срок годности, кстати, 18 месяцев, так что это не шоколад. Шоколад, мне кажется, был 6 месяцев хранится, не больше. Так, руки у меня уже грязные. Вау, тут вот какое у меня. Тут вот какое красивое колечко-то оказывается. Вот оно какое. Приятненькое. И вот такое вот. Красивые, да, колечки? Мне кажется, очень даже ничего. Вот это кажется мне четче, правда. Хотя нет, одинаково, одинаково. Оно просто такое объемное. Так что вот. Что в яйце за 150 рублей? А, ну да. Разница, да? В яйце за 150 рублей. Ай, ай! Или там, ну да, 150 рублей. Вот такие браслеты. Вот такие вот. Вот в этом большом яйце. Тоже такие же браслеты. И еще вот такая вот штучка. Вкусная. И вот в этих маленьких яичках, вот таких в фольге, вот такие вот колечки. Так что можно прям целый набор собрать. А кто хочет там детей что-нибудь, они поиграли? Ну, наверное, так, в дорогу. Я не знаю, честно говоря, какие там еще сюрпризы в этих коробках. Ну, может быть, ну, мне кажется, только резиночки, вот честно говоря. Потому что коробка большая. Кстати, сколько она стоит, я даже не помню. Вот четко помню, что вот это стоит 259. Не помню, вот это стоит недорого. Мне кажется, рублей 50. Ну все, всем спасибо, до свидания. Браслеты красивые.